Past indefinite passive. Давайте с вами разберем время past indefinite. По-другому время past simple. То есть, в принципе, можно было справедливости ради написать не просто past indefinite passive, а past simple. Past simple passive. Это, в принципе, одно и то же, да, то есть только пишем без опечаток. Past simple passive. Итак, смотрите, это простое прошедшее время в английском языке. И посмотрим, как оно образуется, если мы говорим о пассиве. Все очень просто. Смотрите, если это утверждение, то was, were плюс третья форма глагола. Ну, смотрите, у нас есть предложение. Например, это делается хорошо. It is done well. Здесь употребляется present simple passive. Давайте с вами это зафиксируем. Итак, это present simple passive. Форма глагола to be и третья форма глагола. Значит, как сказать это в прошедшем времени past indefinite passive? Для этого мы с вами ориентируемся вот на это правило was, were плюс третья форма. Третья форма у нас уже есть, это done, и мы просто изменяем на was, потому что it was, и поэтому получается это было сделано. Значит, мы просто is заменяем на was. И получается it was done well. Это было сделано хорошо. И у нас это уже не present simple passive, а получается past simple passive, или же по-другому past indefinite. Past indefinite passive. Также и здесь. Это не просто present simple passive, но это одновременно и present indefinite passive, потому что, в принципе, это одно и то же. Просто обычно сейчас называют уже present именно simple. Видите, как все здорово. Как сказать отрицание? Мы отрицание, смотрите, образуем следующим образом. Wasn't, weren't плюс третья форма. То есть у нас с вами было it was done well. Соответственно, чтобы сделать отрицание, мы просто was заменяем на wasn't. И получается it wasn't done well. Это не было сделано хорошо. А как задать вопрос? Все просто. Просто вперед ставим was. Was it done well. Was it done well? Это было сделано хорошо. Давайте еще с вами разберем один пример. Например, это было сделано в Китае. Как мы это скажем? It. Так напишем на английском. It was made in China. Это не было сделано в Китае. It wasn't. It wasn't made in China. И вопрос, это было сделано в Китае? Was it made in China? В принципе, все просто. Правила достаточно простые. Я надеюсь, что действительно материал вам этот очень полезен. Thank you. Bye.